Один из главных органов, который как раз и занимается перевариванием, это кишечник. Он, по сути, для того и создан. Если есть проблемы с кишечником, с псориазом тоже будет беда. Вообще, только сам кишечник может быть причиной псориаза. А каким образом, сейчас мы разберемся. В кишечнике можно отметить несколько главных проблем – воспаление, микробы и бактерии. И стоит начать с ваших лучших друзей – правильных бактерий. А возможно, и не очень. В кишечнике должна присутствовать богатая и разнообразная микрофлора. Впервые эта микрофлора попадает в ваш организм с первым кормлением после рождения. Толстый кишечник устроен так, что какая микрофлора впервые попадет в него, ту ваш организм и будет защищать. Поэтому эти микроорганизмы должны быть дружественными, как молозиво. Без этих дружественных бактерий в организме разрастаются семейства враждебных бактерий. Кишечная палочка, сальмонелла и, например, хеликобактер пилори живут в каждом из нас. Но их очень мало, и поэтому они не наносят вреда, так как сдерживаются дружественными бактериями. Когда полезной флоры мало, у человека развивается дисбиоз. Дисбиоз затрагивает почти каждое заболевание в той или иной степени. Интоксикация, диарея, воспаление кишечника, плохое настроение, замедление метаболизма, ожирение, псориаз, ухудшение умственных способностей, шизофрения, биполярное расстройство и даже алкоголизм. Есть много причин, по которым человек начинает пить. Этиловый спирт во взрослом организме вырабатывается полезными бактериями и в сутки примерно 5 граммов чистого этанола. У некоторых людей, у которых не хватает полезных бактерий и развивается дисбиоз, организм находит выход в горячительных напитках. Помимо маленького самогонного аппарата, полезные бактерии создают витамины для иммунитета, уменьшают воспаление, помогают создавать аминокислоты, нейромедиаторы и имеют еще много других функций, без которых у человека появляется псориаз. Интересный факт в том, что почти все полезные бактерии из кишечника умирают от контакта с кислородом. Поэтому человечеству почти ничего о них не известно, так как исследовать эти бактерии близко к невозможному. Но то, что абсолютно точно известно, разнообразие полезных бактерий приводит к великолепному здоровью. Откуда же берутся эти полезные микроорганизмы? Они попадают в нас из почвы. Растения поглощают из нее эти микроорганизмы, а затем либо мы их кушаем, либо его съедает скот, а с его мясом часть из них выживает и попадает в нас, даже после термообработки. Поэтому наш российский чернозем всегда так ценился во всем мире. Отсутствие вкуса у овощей, с которыми вы сталкиваетесь за границей, как раз то, что почва бедна по своему составу и не дает полезных микроорганизмов овощам. Поэтому стоит кушать разные растения и салаты. Еще поможет поддерживать разнообразие полезных бактерий в организме положительный стресс, например, спорт или интервальное голодание. Дело в том, что в основном вы кушаете все же неполезные продукты и относительно часто. Гречка и другие каши не полезны из-за сахаров и крахмалов. Вредные бактерии и грибки как раз питаются такими продуктами. Полезным бактериям хватает клетчатки, которая находится в листовой зелени и овощах. Поэтому перекусами и частыми приемами пищи вы раскармливаете вредные бактерии. А если кушать два раза в день без перекусов, это очень поможет вам восстановить полезную микрофлору кишечника. Еще хочется отметить пробиотики. На самом деле, не стоит сразу бежать и покупать пробиотики. Вам будет достаточно кушать квашеную капусту, пить деревенский кефир и вообще все, что сквашено. Такие продукты – ключ к чистому дофамину. Есть такое понятие – стресс вызывает псориаз. Но почему-то не всем помогает медитация и другие такие же практики. После того, как вы многое перепробовали, логично подумать, что причина вашего псориаза у вас в голове, и вам очень даже необходимо заняться своим стрессом. Но даже психологи по какой-то причине не помогают. Дело в том, что стресс – это не просто чувство, это набор гормонов. Вдумайтесь, пожалуйста. Стресс – это гормоны. Да, сейчас стресс стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Независимо от того, какие усилия мы прикладываем для уменьшения стресса, окончательно избавиться от него практически невозможно. Сложности, неопределенности, работа, обязанности, внешние факторы – все это отражается на коже. Учиться управлять стрессом и вносить положительные изменения в жизнь занимает время. А состояние кожи можно улучшить уже сейчас. Чтобы убрать зуд, воспаление и шелушение, заказывайте негормональный крем Псоникан по ссылке в описании к этому видео.
Связь пищеварительных проблем и стресса колоссальная. Вегетативная нервная система регулирует деятельность органов кровообращения, дыхания, пищеварения, а также обмен веществ. Она связана с симпатической нервной системой. Она, например, усиливает у человека работу сердца, учащает пульс, ускоряет дыхание и повышает давление в экстренных ситуациях. По сути, бей или беги. Парасимпатической нервной системой она отвечает за то, чтобы организм во время сна, покоя и отдыха накапливал и восстанавливал запасы энергии, то есть за отдых и пищеварение. Интегральной нервной системой она обволакивает кишечник и напрямую связана с пищеварительной системой. Она прикреплена к блуждающему нерву, который идет в голову. Поэтому и говорят, все, что влияет на кишечник, влияет и на голову. И обратное тоже верно. Энтероциты и колоноциты – клетки оболочки тонкого и толстого кишечника. Усваивают минералы, микро- и макроэлементы, витамины, жирорастворимые витамины и все виды аминокислот. Площадь слоя этих клеток в разы превышает площадь кишечника. Из-за структуры, как у аккордеона, со щетками на складках. При стрессе из-за расхода некоторых гормонов у вредных бактерий появляется возможность создать защитную пленку от иммунитета, который мешает энтероцитам и колоноцитам впитывать питательные вещества. Из-за стресса и перерасхода питательных веществ в кишечнике нарушается слизистая оболочка. Если слизистая оболочка полностью пропадает, тогда бактерии Helicobacter pylori вызывают язвы. Хотя с ними может справиться карнозин цинка и сульфорафан. Из-за влияния гормонов стресса на интегральную нервную систему увеличивается время прохождения еды по кишечнику, в простонародье – запор. И когда пища значительно дольше находится в кишечнике, вредным бактериям проще питаться, и они становятся настолько сильными, что приводят к синдрому дырявого кишечника. Когда белки из пищи проникают в эти отверстия, начинается иммунная реакция, которая может переместиться на кожу, и у вас появляется псориаз. Потому что даже полезные вещества не прошли полную аутентификацию, и тело по ошибке их может принять за врага. А затем, просто заигрывается, думая, что полезность – это патоген, и это уже вызывает псориаз. Для пищеварения стрессом также может быть хлор, антибиотики, некоторые ГМО-продукты, пастеризованные продукты, консерванты, вредные сахарозаменители. Невредным на территории России является только эритритол. Внутривенное питание тоже опасно. Из-за своего состава, как соевое масло и омега-6, глюкоза и сахара. Да, часть из этих вещей необходимы, но нужно применять к ним своего рода противодействие. Скушав ту или иную вкусняшку, ее еще нужно переварить, усвоить и транспортировать, переваренное в места дефицита. Ну а раз у человека есть пятна псориаза, это значит, что в организме как минимум дефицит жирорастворимых витаминов и незаменимых жирных кислот. Поэтому берегите свой кишечник и заботьтесь о бактериях. Иначе псориаз останется с вами на очень долго. Чтобы увидеть моментальный эффект и перестать мучиться с проявлениями псориаза на коже уже сейчас, заказывайте крем Псоникан по ссылке в описании к этому видео и смотрите другие видео.